Территория западного форта Брестской крепости была взята под контроль военнослужащих 115-го зенитного ракетного полка не случайно. Работы оказалось немало. Мусор, сухие ветки – и это лишь половина беды. Следы отдыхающих здесь безответственных и нечистоплотных брещан – именно то, с чем пришлось столкнуться вышедшим на субботник солдатам. В уборке приняли участие порядка 200 человек личного состава, не задействованных в боевом дежурстве, находящихся на заслуженном выходном. Очень много мусора, к сожалению, наши люди на сегодняшний день еще не совсем порядочные. Отдохнув, забывают убрать после себя различный мусор. Плюс то, что скопилось за долгие годы послевоенные. Вот. Заросло все очень сильно. Уже 4 машины леса мы вывезли. Веток, хвороста. Вот. И еще, наверное, машин 10 получится. За время пребывания на территории военнослужащие осуществили огромный пласт работы. Солдаты подошли к делу серьезно. Очистили от камня, досок и мусора здания складов и казарм. Однако на этом инициатива наведения красоты и приведения в должный вид объектов исторической значимости не прекратится. Командир 115-го зенитного ракетного полка поделился планами на дальнейшую работу. В преддверии 9 мая военнослужащие осуществят не одну уборку. Не останутся защитники неба в стороне и в дальнейшем. Инициатива в данном случае исключительно на добровольной основе. Участие в республиканской уборке такого количества неравнодушных, масштаб мероприятия в целом, чем не показатель того, что начатое дело будет доведено до конца.